Вечером 3 сентября на стадионе имени Ленина показали мюзикл, посвященный окончанию Второй мировой войны. Наблюдали за представлением с трибун футбольной арены. Правда, среди приглашенных не было ветеранов, которые принимали участие в событиях тех дней. Так получилось из-за сложной эпидемической обстановки. Однако молодежь записала им видеообращение. Подробности далее. Перед началом праздничного концерта на стадионе имени Ленина проводят торжественную церемонию «Знамя и гимн». Зрители на трибунах встречают стоя. Славили Отечество и подвиги участников Второй мировой на протяжении всего мероприятия. Нашим войскам в августе 45-го потребовалось всего 24 дня, чтобы заставить Японию капитулировать. Маньчжурская наступательная, Сахалинская сухопутная, Курильская десантная операции по праву признаны образцами военного искусства. О подвиге советских воинов творческие коллективы Хабаровского края создали мюзикл. В нем эмоции, как номера, стремительно сменяют друг друга. С грустью бойцы уходят на фронт, с воодушевлением их ждут дома. Смеется скрипка, ей вторит баян. Ожесточенные бои на дальневосточной земле показывают с помощью хореографического номера. Бои на сцене гремели недолго, а дни сражений перешли к нашим дням. Хабаровский коллектив исполнил песню в честь ветеранов. Спасибо вам, наши герои, память о вас вечная. Хочу пожелать всем нашим ветеранам крепкого-крепкого здоровья, долголетия. Пусть они знают, что мы всегда рядом с ними и будем помнить о тех солдатах, которые защищали нашу великую родину. Победили фашизм, победили японский милитаризм. Это наш советский солдат, это сила духа, это сила оружия, это народ. Ветеранов на трибунах стадиона не было из-за сложной эпидемической обстановки, но молодежь нашла выход, как их поздравить. Записали трогательное видеообращение. Его ветераны смогут увидеть прямо сейчас. Вы все вынесли, вы все смогли. Вы настоящий герой. Мы всегда будем помнить об этом. Спасибо, что вы с нами. Спасибо! Павел Игошин, Василий Ермаков, «Смотри Хабаровск». В целом, празднование окончания Второй мировой войны в Хабаровске провели масштабно. Это несмотря на то, что 3 сентября выдалось очень дождливым. Но к вечеру тучи рассеялись, и концерт под открытым небом зрители смогли посмотреть в благоприятных климатических условиях, как и традиционный салют. Ну, а кроме того, эти кадры сейчас на ваших экранах. Хабаровчанам показали световое шоу прямо на здании Платинум Арены, ну и возле нее. Вот такие кадры. Точнее, можно было наблюдать вчера воочию, так сказать, офлайн, как сделали, вот, к примеру, вот эта молодая пара. Мне кажется, хорошая традиция, обязательно можно эту площадку использовать в дальнейшем, как именно и будут ли, тоже будем за этим следить, но очень хорошая инициатива, красиво и памятно.